Капитан корабля. Собирался в поход капитан на большом корабле в океан. Он команду свою в дальний путь снаряжал, а жене на прощание сказал: «Дорогая моя, не грусти, за разлуку меня ты прости. Ни ветров, ни штормов я в пути не боюсь, и к тебе все равно я вернусь». А жена отвечала ему: «Сомневаться тебе ни к чему, но в далеком пути ты себя береги, а я верность тебе сохраню». И взошел на корабль капитан, на прощание рукой помахал. С корабля он послал ей последний сигнал и уплыл далеко в океан. Как томительно время идет, от него она весточки ждет. Выйдет на берег, смотрит в туманную даль, ее душу терзает печаль. Все плывут и плывут корабли в океане в безбрежной дали. Их с любовью встречает родная земля, но не видно его корабля. День за днем, так полгода прошло, вдруг однажды письмо ей пришло. В том письме написал милый друг капитан: «Возвращаюсь к родным берегам». Наконец он вернулся домой и сказал ей, любимой родной: «Ах, спасибо тебе, что меня ты ждала и что нашу любовь сберегла».